меня разочаровал. Нет, очень хорошо, но я немножко сокращу. Ну, темой форума в этом году стало философское осмысление цифровизации современного мира. Здравствуйте, dear colleagues. It's a pleasure to be here, and it's an honor to be here and to share some of my insights with you. There's no doubt that artificial intelligence and digitization are very important inventions, это which are изобретения, которые. Нет, я лучше в этом буду говорить на микрофон. Я потому что всегда руками. Меня слышно? Цифровизация и искусственный интеллект – очень важное изобретение, которое можно сравнить с изобретением письма. И действительно, еще в диалогах Платона можно найти соответствующее изобретением письма и изобретением книгопечатания. В общем, диалоги Платона, изобретение письма сильно взаимосвязаны. Я бы хотел поговорить о том, как взаимодействует, как влияет и на нас, на людей. Прежде всего, позвольте начать с понятия антропоцен. Для того, чтобы показать амбивалентность цифровизации в нашем мире. Что такое антропоцен? Что я имею в виду под этим понятием? Это ситуация, в которой мы оказались сегодня, когда человек определяет будущее планеты. Человек стал антропологической силой, которая определяет будущее планеты. Это предполагает ряд последствий, которые в том числе будут отражаться и на характере использования социальных сетей и цифровых медиа, искусственного интеллекта также. Я бы хотел провести границу, разграничить четыре аспекта антропоцена. Потому что то, что сейчас происходит, примерно можно сравнить с появлением сельского хозяйства тысячелетия назад и распространением человечества по всей планете. А следующим этапом после сельского хозяйства было появление компьютера, который способствовал Watson и Watson из IBM. И это все привело к появлению последствий, которых мы не могли ожидать. Еще недавно население планеты составляло 1 миллиард человек. Сейчас у нас более 7 миллиардов. И все это заставляет нас задаваться вопросом, кто мы такие, какую роль играет цифровизация в этом процессе, как мы взаимодействуем с нашей планетой. Второй аспект антропоцена, как мне кажется, характеризуется этапом, когда была изобретена атомная бомба после сельскохозяйственного этапа. Потому что после этого мы, как человечество, поняли, какую угрозу мы составляем, можем представлять для планеты. Сейчас на планете более 40 тысяч атомных бомб. Затем третья фаза антропоцена. Она связана с встречей, которая прошла в Нью-Йорке в 2015 году, в которой присутствовали представители всех стран мира, на которой были разработаны 17 целей в области устойчивого развития. О них я поговорю чуть позднее. Но это все же утопичное видение. И цифровизация играет свою определенную роль в этой утопии. Она может использоваться как во благо, так и во вред. Сейчас в антропоцене мы постоянно сталкиваемся с ситуацией, когда результаты не определены
То, что раньше мы считали явлением положительным, мы сейчас замечаем, что есть также и отрицательные аспекты. Вам розданы материалы, это то, о чем я говорю, где-то в середине доклада. Я отмечаю несколько особенностей отрицательных аспектов антропоцена. Один из таких отрицательных аспектов – это то, что человек сейчас эксплуатирует более половины поверхности всей Земли. Может быть, исключением России. В мире практически не осталось уголков, может, опять, за исключением России, где не столько человека, которые абсолютно не затронуты движением человека, деятельностью человека. Это первый отрицательный эффект. Второй – это изменение азотного цикла. Третий – повышение концентрации парниковых газов. Четвертый – расширение озоновых дыр. Пятый – отрицательный эффект – это загрязнение окружающей среды и ее разрушение в результате индустриализации. Оно связано с возобновляемым источником. Все эти негативные процессы протекают на фоне глобального потепления, еще одного глобального процесса, и все это говорит о том, что мы не предвидели таких последствий антропоцена. Одним из таких неожиданных, непредвиденных последствий антропоцена является производство огромного количества электронного мусора, телевизоры, смартфоны, компьютеры и так далее. Потом, второе последствие – изменение почвы в результате культивации, возделывания. Третье – почти было синтезировано более 100 тысяч синтетических химических материалов, в основном пластик. Четвертое. Различные материалы, искусственные материалы, такие как цинк, титан и алюминий, появились на планете. Пятое. Генетические манипуляции, вмешательство в естественные жизненные процессы, дешифровка генома человека, расшифровка. И мы сейчас уже можем манипулировать геномом человека. Необходимо задуматься, какую роль цифровизация будет играть в будущем. Это очень важный вопрос, его нужно поднимать, в том числе и в рамках философии. Шестое. Разрушение глобальных циклов атмосферы, отложение в озерах, реках и морях. Седьмое. Катастрофические последствия аварий на АЭС и разливов нефти в океанах. Все это говорит о том, что меняются отношения человека и планеты. И в связи с этим встает вопрос, кто мы такие, как человечество. И это заставляет нас по-новому задаться вопросом, какую роль играет искусственный интеллект в этом. В каком отношении человечество состоит с искусственным интеллектом? И этот вопрос меня очень интересует. Кто мы? Это вопрос антропологический. Я считаю, что необходимо больше задаваться этим вопросом. Где мы и где мы находимся? В какой обстановке мы живем? Антропология не должна восприниматься как в Соединенных Штатах. То есть антропология в США – это антропология. То есть это не должно восприниматься как что-то фиксированное. Антропология – понятие более широкое. Это парадигма понятия, понятийная парадигма. Есть также и историческая антропология, которая развивалась во Франции в основном в первой половине 20 века. Также понятийная парадигма. Я считаю, что необходимо учитывать все эти парадигмы для понимания нашей ситуации. Сейчас наблюдается тенденция. Одна тенденция – это в сторону гомогенизации, универсализации, которая способствует цифровым медиа. А вторая тенденция – это
фокус на конкретику. То есть на специализацию. Вы в России не хотите быть похожими на японцев или на китайцев. У нас у всех свой менталитет. И вопрос в том, как комбинировать тенденцию к универсализации характера человечества, потому что мы все homo sapiens, у нас у всех есть ответственность перед нашей планетой. Как мы можем комбинировать эту тенденцию к универсализации с тенденцией к специфизации, конкретизации? Этот вопрос мне представляется очень важным. И позвольте также задать еще такой вопрос. Что происходит в вопросе взаимодействия человека и машин? Ведь мы уже сейчас можем спрашивать компьютер, как пройти в библиотеку и так далее. Но есть еще такой аспект, аспект торгового аппарата. Аспект машины как торгового аппарата. Позвольте пояснить. Есть такая компания, как Amazon, которая анализирует ваши предпочтения, ваши покупки и рекомендует вам купить что-нибудь еще. То есть Amazon использует большие данные, big data, для своего экономического развития, выступая в качестве огромного торгового аппарата. Третье – это использование машин в качестве роботов-адвокатов. Сейчас это популярная область применения в Соединенных Штатах Америки. Машины используются для генерации документов, иск, в частности, которые люди могут подавать в суд, чтобы обжаловать штраф. И эта область права в США очень важная, потому что каждый год эта область генерирует 200 миллиардов долларов США. То есть вам, по сути, не нужен юрист для того, чтобы подготовить иск и обжаловать решение. Вы просто обращайтесь к компьютеру, который вам это делает. Он анализирует аналогичные ситуации. У него есть огромный набор данных, набор прецедентов аналогичных. И он готовит документ, который будет выполнен гораздо лучше, чем документ, подготовленный профессиональным юристом. Четвертое направление взаимодействия людей с искусственным интеллектом – это здравоохранение. Сейчас есть огромное количество случаев, когда можно использовать большие данные для диагностики и для того, чтобы посмотреть, как аналогичные заболевания лечатся в других странах. То есть машина собирает вместе корпус данных, прецедентов по аналогичных случаях во всех странах, и врач принимает соответствующее решение, которое будет более компетентным, чем если бы он это делал без машины. То есть вот несколько примеров, которые показывают, как мир реагирует на появление искусственного интеллекта, как искусственный интеллект влияет на нашу повседневную жизнь. У нас проводилось исследование, антропологическое исследование, в рамках которого оно проводилось в Бразилии, России, Германии, Индии, Греции и Великобритании. Мы хотели узнать, как молодежь взаимодействует с интернетом, как она относится к цифровому миру и, может быть, к искусственному интеллекту. И что мы выяснили? Старое различие онлайн-офлайн для молодежи уже не актуально. Онлайн – это уже часть их жизни, офлайновой жизни. Это как спорт, как питание. Просто это разграничение уже не актуально. Второй момент. Идентичность определяется в том числе посредством использования интернета и виртуальности интернета. И здесь, в этом контексте, важно следующее.
мы сейчас оперируем информацией не только передаваемой языком, но и информацией, передаваемой изображением. И роль изображений сейчас очень важна. Это совершенно новое измерение, измерение изображений. Это новое антропологическое измерение. Я в своей книге различаю три типа изображений. Одни изображения воображения, допустим, когда вы воображаете ту или иную ситуацию. Которые никак не связаны с внешним миром. Это образы, которые существуют исключительно в виртуальном мире, и которые не имеют аналога в мире реальном, в отличие от фотографии, изображения той или иной ситуации. То есть это, по сути, of an experience I had 50 years ago in Los Angeles when I took a little bit of mescaline. Можно сказать об эксперименте, который проводился в Лос-Анджелесе, я проводил много лет назад, в области изображений, векторные изображения для молодежи стали сейчас очень важным компонентом их жизни. Это было установлено еще тогда, давно, но сейчас роль изображений еще больше повысилась, и мне кажется, что в этой области необходимы дополнительные исследования, какую роль играют изображения в жизни людей. И, наконец, третий пункт, о котором я хотел бы говорить. Третий аспект – это потенциал, который дает нам цифровизация в обучении, в образовании и в политической сфере. Потому что цифровые технологии дают нам возможность децентрализованно общаться, в том числе в политической сфере. Говорить о своих переживаниях, о своих телесных переживаниях. Все это новые вопросы, которые сейчас возникают. Поэтому мы в самом начале этого процесса. И я здесь говорю о необходимости грамотности, цифровой грамотности. Потому что грамотность — это не только то, как мы общаемся с нашим языком, потому что сейчас, как я сказал, изображения важны, и грамотность восприятия изображений тоже важна. И тогда мы особенно подключаем искусственный интеллект к всему этому. Потому что мы сейчас получаем разные типы информации. И последний пункт, который я хотела еще упомянуть, это, конечно, отрицательные черты. Что мы видим сейчас отрицательно? По крайней мере, в Германии. Мы видим очень много агрессии в интернете. Люди говорят, не стесняются в выражениях, когда обсуждают политическую ситуацию, там, я не вижу этого политика, такого, например. И что нам делать, когда мы видим вот такие примеры, пример агрессии или неуважения в интернете? Нужно ли как-то это ограничивать? Здесь я бы хотела еще отметить, что нам еще недостаточно имеющихся знаний, чтобы решить, каков потенциал цифровых медиа, особенно в образовании. Вернусь к тому, что я сказала ранее. Есть 17 целей устойчивого развития, определенных ООН. И они очень важны, потому что они касаются всех аспектов человека, человеческой жизни, нашего взаимодействия с миром. И есть 5 областей, которую я с вами хочу выделить из этих 17. Одна из них — это улучшение жизненной ситуации, борьба с бедностью, защита человеческого достоинства, предоставление благоприятных условий для жизни. Еще один аспект — это планета, наше отношение с планетой, с природой. Потому что в последнее время мы видим, что наше взаимоотношение с природой изменилось кардинально по ходу инноваций в ветвении новых технологий. То есть теперь есть необходимость в защите экосистем. Третий очень важный аспект — это мир, поддержание мира.
нарушать экосистему, то есть не допускать насилия в отношении природы, и, конечно же, не допускать насилия в отношении людей. И, то есть вообще тема ненасильственного отношения и взаимоотношений, как к окружающей среде, так и внутри сообщества. И последняя группа тем – это партнерство, взаимоотношения. Мы живем в организованном мире, мы должны взаимодействовать с разными сообществами в достижении, в том числе, этих целей, одиночку их не достичь. И интернет, и вообще цифровизация играют очень важную роль именно в этом последнем аспекте, в аспекте коммуникации и взаимодействия. Все эти цели, все 17 целей, могут быть достигнуты только если люди все будут понимать, что эти цели достичь необходимо, и если они будут работать над ними сообща. То есть, с одной стороны, обсуждение этих проблем — это, конечно, очень интересно, но нужно их решать. Потому что реальность гораздо сложнее, чем просто какие-то обсуждения. И сейчас есть опасность, что мы не сможем эти цели осуществить. История большое повествование. У нас есть какая-то идея, как мы можем решить проблему, но проблему мы не решили. Нам иногда достаточно просто придумать какое-то решение. То есть мы думаем, вот эту проблему можно решить вот так, и все, мы на этом останавливаемся, просто на концепте, не переходим к действию. Сейчас хочу перейти в последней части доклада. Я уже говорил, что есть и негативные стороны цифровизации, и есть и ряд вопросов, таких открытых вопросов, нерешенных, на которых мы должны сконцентрироваться. Один из них — это проблема монополизации данных. И в будущем, возможно, искусственный интеллект или машинный интеллект будет использоваться в монополизации данных. В этой области монополизация данных — это очень интересный аспект, политический аспект, и очень неоднозначный, потому что данные могут быть монополизованы как правительствами, так и компаниями в целях получения капитала. Второй, возможно, негативный аспект — это манипуляция людьми. Имеет очень много возможностей, очень много преимуществ, особенно для молодежи. Люди, взаимодействующие сейчас с цифровыми медиа, они видят определенный круг вопросов, они думают, что у них есть определенные возможности, определенные пути развития, но вот эту сферу интересов, сферу вопросов, которые представляют человеку, ее можно манипулировать. Третий аспект — это злоупотребление технологиями со стороны правительств или компаний. Я уже привел пример Амазона. Возможно, это не самый плохой пример, но есть и другие, в других странах, где данные используются для контроля над людьми, и контроля не в демократическом направлении. То есть это возможное злоупотребление, это тоже важный аспект, который нельзя упускать. И четвертое — это формирование этического сознания, этического сознания. Цифровые данные можно использовать по-разному, и это непросто. И одна из проблем заключается вот в чем. Вы используете данные определенным образом, и вы получаете определенный результат. Но если используете эти же данные по-другому, вы получите совсем другие результаты.
И мы иногда не понимаем полностью, почему мы получили именно этот результат, или почему искусственный интеллект или программа выдала нам данный результат. Мы не знаем эти процессы, как он пришел к этому результату. Потому что это очень большой процесс, который мы теперь полностью не контролируем. И контроль нужен, этический контроль. И вот именно этот этический контроль – это большой вопрос, который нам в будущем нужно будет решить. Перейду к своим заключениям. Первое. Очень интересно посмотреть, каков вклад цифровизации в понимание современного человека. Мы сейчас находимся, мне кажется, в таком месте, в такой точке, где нам нужно пересмотреть свое понимание, что такое человек. Потому что сейчас человек в том числе характеризуется глобализацией, антропоценом, о котором я уже говорил. И вот в этой точке, где мы находимся, мы должны искать новые пути понимания себя. И вообще понимание, как жить, как нам жить. И это для меня это очень большой вызов, который ставит перед нами цифровизация. И я призываю изучать цифровизацию, изучать ее с точки зрения антропологии. Что она значит? Какие сложности она ставит перед молодежью? Есть исследования, которые говорят, что, например, дети они теперь не играют на улице. Поэтому у них их тела развиваются по-другому, у них другие совершенно впечатления, другой опыт. И нужно посмотреть, как это влияет на их вообще на опыт их жизни, на их формирование. Есть ряд таких примеров, ряд новых технологий, инноваций, которые ставят перед нами новые проблемы, новые вопросы. И мне кажется, очень важно искать ответы на эти вопросы, потому что мы должны понять, что такое жизнь в 21 веке и что такое человек в 21 веке. И все это сводится к вопросу, кто мы и как мы справляемся с сложностями жизни, как наше общество развивается. Все это центральные вопросы, потому что как старый подход уже не так неприменим. Есть основа философии, основа концепта, вы интересуетесь и стараетесь его понять и интерпретировать. И нужно теперь посмотреть на наш современный концепт. Спасибо. Thank you very much, Mr. Wolf. We have several questions. The first question is, can this comment on legal prohibition for children to use gadgets? A child under 3 years cannot use smartphones, etc. Parents can even be punished if a child gets a gadget. What do you think about that? Because there was a situation in Paris. That is a big point. Это очень many, важный момент. Во многих западных культурах дети очень рано сталкиваются с технологиями. Они очень рано начинают использовать, допустим, смартфоны. Если, допустим, ребенок 3.5 года, ей интересно посмотреть, что произойдет, если он нажмет кнопку. Вот она нажимает кнопку, и появляется новое изображение. Kind of power she is experiencing это прям как Прометей, который дал огонь, также эта новая технология дает столько новых возможностей, но и много новых опасностей. И я, как я уже сказал, контроль нужен, контроль необходим. Нельзя, чтобы дети поддавались на очарование этих технологий очень рано. Поэтому над этим нужно работать. Нужен критический взгляд, нужна цифровая грамотность, как я уже сказал. И, конечно же, трехлетний ребенок, у него еще нет критического мышления. Я не могу сказать, как так категорично, никаких технологий для детей. Мир меняется. И такая уж ситуация сегодня, но контроль нужен. Вопрос.
Sustainable development. Устойчивое развитие. What do I mean? Что я под этим понимаю? This is a, you know, this is a word that actually goes back to фраза, это термин. The 19th century and to the care for the forest. В 19 веке, когда впервые заговорили о охране лесов. А сегодня этот концепт тоже активно используется. Мы говорим о собственной ответственности за развитие мира в будущем. У нас есть ответственность перед будущими поколениями. Нельзя использовать все ресурсы сегодня только для нас самих. Мы должны понимать, что человечество будет, мы лишь часть истории человечества, и перед нами лежит ответственность перед будущим поколением. И это значит, что мы не можем использовать все невозобновляемые источники энергии за нашу жизнь. И то есть это такое очень конкретное применение этого термина, но можно смотреть более широко, потому что границы его сейчас размываются. Но базово, да, вот эта идея, то, когда вы что-то делаете, вы должны учитывать, как это скажется на будущее поколение. То есть мы должны думать о таком защите будущих поколений, или, по крайней мере, не быть агрессивными к природе, не допускать насилия в отношении природы и окружающей среды. Уважаемый профессор Вульф, спасибо вам за интересный доклад. Но у меня вопрос, почему в философском докладе речь идет об информации, а не о знании и не об истине, которые известны соответствии понятия объекту, или наоборот, если у нас истинные идеи соответствия объекта, то истинные идеи, ради которой мы трудимся. Не запугивали ли мы себя, подменяя вопрос об истине и о знании, вопрос об информации? Ведь информации много, а знаний мало. With the concept of knowledge, because we have lots of information, but we don't have lots of knowledge. Yeah. That is a very important question. Это очень важный вопрос. Does knowledge relate to our action? Как знание влияет на наши действия? Это большая философская проблема, как вы все прекрасно знаете. Это также большая проблема и в антропологическом исследовании. Предполагается, что кто-то делает в одной стране вот так, а в другой стране, в стране третьего мира, кто-то делает это иначе. То есть есть зависимость между знаниями и деятельностью человека, знаниями и действиями. И я продолжу вашу мысль и скажу, что здесь также необходима рефлексия, рассмотрение того, что мы называем перформативным характером знания. То есть аспект знания, связанный с действием. И в медицине, в праве нужно тоже об этом помнить, это очень важно. И если просто разрезать наполовину, отрезать половину этого понятия, так сказать, то мы-то просто не упускаем это важный аспект. Поэтому большое вам спасибо за ваш вопрос. Спасибо большое, профессор Вульф. Thank you, профессор Вульф. Спасибо за ваш доклад. Thank you for your presentation.